Финалистки проекта «Голос» – московское метамодерн фолк-трио «Фолк Бит». Встречайте! Русская народная песня «Капустушка» и русская народная песня «Вишня». Она дерьма, ножки, зона дика.
финалист проекта «Голос», лауреат международных конкурсов, солист театра Александра Градского и финалист международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Встречайте, Эмиль Кадыров! Добрый вечер, дорогие друзья. Хочу поблагодарить всех, кто сегодня собрался в этом зале, поблагодарить организаторов этого прекрасного концерта. Москвы дружбы – это то, что нас объединяет, объединяет народы. И, конечно же, мы разговариваем языком музыки. Спасибо вам. Oh.
грустные слезы, поиск ласки сквозь синих вечер летят до земли. Боль встречи детских сказки достиг ладони и сердце. Компания для